что любой управленец должен понимать, интегрировать знания, которые есть в разных отраслях, и использовать умело в той отрасли, в которой он работает. В этом суть хорошего, правильного и успешного, наверное, эффективного управленца. Поэтому именно здесь лин-технологии, как бережливые, они нам очень близки, потому что в условиях отсутствия денег надо не только выжить, надо еще вообще-то их заработать. Да? Потому что я еще говорю, что я представитель частной системы здравоохранения. Из опыта работы в городских муниципальных учреждениях государственных внедрить лин проще. Да, то есть там решение сверху, если руководитель принял, то, в общем-то, все послушно исполнили. Когда работаешь в системе частной, то если там много представителей звездных профессий, да, звездных таких докторов, вот их подутюжить под лин бывает сложновато. Вот любые изменения, они принимаются тяжеловато. Да? То есть здесь надо вот эту переналадку в мозгах делать достаточно долго, умело. И часто я даже не говорю, когда работаю в проектах государственных, я не говорю персоналу, что это из лин-технологий. Да? То есть я людям объясняю, мы пишем регламент. Да? То есть ваши должностные обязанности будут включать. И по порядку, да, и, в общем, люди то, что не понимают, они не воспринимают. А когда доступным языком с ним разговариваешь, то он тогда это все делает и примет так, как надо. Если мы говорим о том, что мы не будем наказывать за то, что будут выявлены какие-то неполадки или какие-то ошибки, вы об этом рассказываете, и мы за это вас поощряем, да, это сначала вызывает удивление, но я не рассказываю, откуда это все идет, да, потому что потом рассказываем, когда уже это вот на втором, на третьем человеке, тогда вот уже вот это вот коллективное восприятие вот этого изменения, оно тогда по-другому воспринимается. Вот. А вначале, когда говорит, что да, будет вот здорово, потому что это вот там, нет, вот когда здорово здесь, тогда это закрепляется. Ну, это мое личное мнение. Информационная составляющая, то конкурентное преимущество, которое дает медицинская организация, то есть сокращение затрат через информационные системы. Да? То есть, чтобы все-таки доктор уделял пациенту должное количество времени, а не писал это все время. Да? То есть с момента регистратуры. Регистратура заполнила паспортные данные, внесли все необходимые, так сказать, регламенты, и доктор уже напрямую общается с пациентом. Если до этого он какие-то проходил обследования, и загрузка в информационные системы поступила в его карту, все, что о человеке было, там рентген, УЗИ, КТ, МРТ, анализы, это уже все есть. И доктор перед приемом уже видит некий такой вот алгоритм обследования, и он уже задает дополнительные вопросы, если это узкий специалист, если не врач общей практики, не терапевт. И это сокращает время для ненужной информации. То есть на приеме будет получена обратная связь от пациента, которая нужна для установки правильного диагноза и назначения правильной терапии. Мы прописываем бизнес-процессы, а здесь лин-технология, она, наверное, доутюживает эти процессы. Да? То есть пошагово мы все прописываем, зону ответственности расставили и контролинг провели. Да? Все то же самое. Да? То есть как бы ничего нового. То есть делай свою работу, делай одно дело, но делай его хорошо. Да? Вот, не разбрасывайся. И время, тайминг. На каждый процесс тайминг выставляется. И как только это внедряешь непосредственно в учреждение, там, например, на заборе крови, да, то есть как бы, когда учат нашу медсестру, ее товарищи постарше, объясняют, что, как она готовится к пациенту, что она, так сказать, записывает, что она отмечает, где штрих-код выставляется, то этот процесс потом занимается уже считанные минуты. Понимаете? То есть из там, 10-15 минут это займет уже 5 минут. Потому что подготовленный специалист, он уже и делает подготовленные все операции. Вопрос врача понять, почему болит голова. Да? Это что, остеохондроз, или это мигрень, или это проявление там, ОРЗ. Понимаете? То есть доктор в этом случае, он является интегратором. Да? И поэтому он не должен заниматься той работой, которая не интегрирует его знания. Да, этим занимаются уже информационные системы. В Израиле есть такая, мне понравилась, карта электронная. Независимо от того, где человек находится, любое медицинское учреждение при поступлении по скорой открывает там номер, и, там, у нас ИНН, а у них там по-другому как-то это записано. И у доктора уже все есть о нем.
Да? То есть чем болел, когда последний раз в стационаре находился, с каким заболеванием, есть ли у человека аллергия. Да? И этот доступ к его электронной карте имеют все медицинские учреждения. Понимаете? А у нас все время, как, каждый раз как первый раз. Да? И это плохо в первую очередь для самого пациента. Понимаете? Потому что человек что-то забыл. Ему сделали какой-то укол, у него была аллергореакция. Это не отобразили в карте, это не осталось где-то. И вот он поступает по скорой в бессознательном состоянии, ему вводят этот препарат, да, и получаем статус леталис. Вот я считаю, что вот эта систематизация данных посредством того, что мы можем сделать сегодня, это все есть, выдумывать ничего не надо. Это надо просто грамотно применять. И тогда будет все намного лучше. У меня есть пациенты, которые есть на наблюдении 5-7 лет, 10, когда я еще в КВД работала. Да? То есть я эти все равно все знания систематизировала и положила в амбулаторную карту. И мне только вот глянуть, он уехал куда-то за рубеж, вот с ним какая-то ситуация возникла, он мне звонит. Кто-то WhatsApp использует для того, чтобы показать селфи, где я есть, да? А у меня немножечко все-таки, с учетом того, что я играющий доктор, вот, принимающий доктор, мне звонят, у меня такая проблема, что делать? Я открываю карту, смотрю, ага, вот здесь такая-то была ситуация, скорее всего, вот это аллергия на то-то, то-то, да? Фото получила, я какую-то коррекцию могу дать, помощь оказать, да? И человек, безусловно, благодарен, и это помогает. Но я знаю его анамнез, я знаю, как бы, от чего толкаться, я знаю фундаментальную составляющую, что, чего и как было. Вот, а что так? Поэтому, когда ты располагаешь объем информации достаточной, тогда ты можешь помочь. Когда ты ограничен в информационном поле, то поэтому помощь симптоматическая, она не всегда адекватная. И она не даст тот результат, на который рассчитывает человек, понимаете? Так что медицина – это не магазин, как приходит в аптеку, да? Человек говорит, дайте мне таблетки от головы, да? И наши, так сказать, коллеги готовы продать все от дешево до дорого. Вопрос бюджета этого пациента. А врач немножечко другое, да? То есть его задача разобраться, как у нас говорят, есть лечение. Как говорил Гиппократ, убери причину, идет болезнь, да? Поэтому вот лечение все назначается этиопатогенетическое. Этиология – причина, патогенетическая – вот почему что-то вот произошло другое. Поэтому вот я считаю так, должны доктора лечить в первичном звене, в стационарах и в целом по стране. Это мое личное вот такое мнение.